Победа на всероссийском уровне. Два гороховецких проекта удостоены туристской премии «Маршрут года 2018». Проект «Гороховец. Кладезь купеческих традиций» занял первое место в номинации «Лучший туристский маршрут в городе», а «Путешествие в Гороховецкое царство. Пряничное государство» в номинации «Лучший детский маршрут». Всего же во всероссийском конкурсе на победу претендовали 98 проектов из 32 регионов страны. При разработке конкурсных проектов администрация Гороховецкого района учла все специфические особенности края. Таинственную Лысую гору и дом с русалками, 7 из 20 сохранившихся в России купеческих палат 17 века, изящные образцы деревянного зодчества и, наконец, дом царя Гороха. Маршруты победитель предусматривают не только прогулку по самым красивым местам города, экскурсии в музеях, но и мастер-классы для детей и взрослых с интерактивными программами, позволяющими туристам почувствовать себя частью истории.